Мы рассчитывали, что все-таки больше времени уйдет на то, чтобы послушать музыку, где-то пообщаться, но так уж сложились обстоятельства. Наши пасхальные встречи начинались много-много лет назад, как праздничные концерты, встречи с депутатами на День Победы. Вот. Но многие наши ветераны, кто уезжает в деревню, просили о том, чтобы вот эти мероприятия проводились пораньше. И тогда Голубева Алевтина Геннадьевна, директор Северодвинского драмтеатра, предложила хорошее, доброе мероприятие проводить эти встречи в Пасху. Ну, впервые за все эти годы, к сожалению, она тоже не стоит на этой сцене. Она провела большую подготовительную работу, но сегодня вот утром позвонила, у нее проблемы со здоровьем. Сказала, что не может прийти и лично поздравить уважаемых жителей Северодвинска с таким хорошим праздником. На прошлых выборах в областное собрание, которое прошли 5 лет назад, я в третий раз был избран депутатом областного собрания. И жители нашего округа, 45%, те, кто пришли на выборы, поддержали меня на этих выборах. Я все эти годы старался работать так, как мог, в силу своих сил, возможностей, отстаивать интересы города, отстаивать интересы округа. Ну и, собственно, вам решать в перспективе, как я справился с этой задачей. Обычно, вот все прошлые годы, я не трачу деньги на пиар в газетах, по телевизору, с тем, чтобы рассказывать о том, где и как и что было сделано.